Итак, решающий день. Вот столько масла я слил, то есть 700 грамм в бутылках. Ну и полтишок где-то потерялся. Так, решил я залить эльф 10 на 40. Было 1,5 литра после замены на Логане. То есть литруха осталась. Пол-литра уже в движке. Ну и решил проконтролировать процесс. Так, ну то есть вот масло, не знаю, отсвечивает, наверное. Вот где каутен написано. Вот по эту букву примерно масло. То есть на сантиметр больше полного. Здесь написано не заливать выше максимальной отметки. То есть если я залил пол-литра, у меня уровень стал выше на сантиметр. То что тогда будет, если залить сюда 750 грамм, сколько я отсюда слил? Это, блядь, просто пиздец какой-то нахуй. То есть в интернете информации нет. Но во всех англоязычных инструкциях, которые все однотипные, только на разных сайтах, информация такая. Лить между минимум и максимум. Хотя мне как бы говорили, что туда заливается грамм 600, но вот пол-литра я залил, и уже, блядь, до хера его. Не знаю, то ли сливать его, то ли чего. То есть, вот здесь вот уровень находится. Между максимальными и минимальными отметками где-то сантиметр полтора. Ну, вот еще сантиметрик выше нормы. Сижу уже полчаса. То есть, нихера, блядь. Как он был, так и он и остался. Так, бензин залил. Грамм 700 у меня было. Пол-литра 700 грамм где-то примерно. Еще я литрушку залил на заправке. То есть пока тут все сухо. Ничего не сопливит. Вот думаю, в ванной что ли его продернуть до первой вспышки. Потом тащить на улицу или сразу на улице. Подлить под свечу кубик бензина и уже... Все будет четко, на мой взгляд. Ну там родимый с Газпромнефти плещется. То есть, в принципе, на запуск этого должно хватить. Вот с маслом, конечно, вышла какая-то непоняточка.